Открываем окно, перетаскиваем из навигатора советник, который у нас называется Soft 4 FX Forex Tester, разрешаем DLL, запускаем новую симуляцию, выбираем поставщика котировок, инструмент евро-доллар, период. В комментариях по прошлому видео ребята сомневались в качестве результатов, поэтому я решил запустить в этот раз генератор случайных чисел, выбрать год, ну такой, не знаю, там с 15 по 20, ну, такой более, вот, допустим, 2008 будет месяц. июнь, то есть 2008 год, июнь, ну и дату возьмем 11 июня 2006 года. Так, где у нас вот 2006 июнь, 11 число, воскресенье. Возьму депозит побольше, чтобы показать именно разгон ставки, а не ну, большого процента от депозита и его в принципе. Так, то есть я беру депозит стандартный, в качестве ставки беру 2%, как это принято в мире трейдинга, и мы уже эти 2% будем разгонять. В прошлом видео я разгонял 10% депозита, и собственно это был разгон депозита. А здесь у нас будет разгон самой ставки 2% в рамках крупного депозита. Так, ну крупного относительно самой ставочки. В принципе все. Start Simulation. Выбираем тики. Они здесь не принципиальные. На сегодняшний день из бесплатных, я считаю, это лучший симулятор. По нему есть видео, как его установить, настроить. Он бесплатный, очень удобный. И когда у вас нет торговых сигналов в рамках вашей торговой стратегии, вы можете использовать свободное время для оттачивания навыков в торговле. Так, отлично. Запускаем симуляцию. Открывается такое окошко. Что нам здесь нужно? В первую очередь нажимаем Visual Mode. Это для того, чтобы можно было на экране двигать стоп-лосс, Take Profit. И выбираем Chart, то есть те таймфреймы, которые нам нужны для торговли. Я возьму M15, но их можно выбрать там 2, к примеру. Ну вот, то есть я добавляю, пусть это будет М15, и я выберу плюс еще там, допустим, дневочку. Ну вот у меня 2 таймфрейма, оба надо вот так отдельно открывать. Это у нас М15, это дневка. Все, это окошко закрываем. Окошко с торговлей у нас будет оставаться. Так, дневку мы можем поместить в эту часть экрана, 15-ку вот сюда. Можно, в принципе, на одном таймфрейме торговать. Вот я просто покажу возможности этого симулятора. Не каждый симулятор такой поддерживает. Настроим каждое окошко, как нам нужно. Сетку я не люблю. Вот. И основной у нас будет 15-ка. Я здесь оставляю только разделитель периодов и все. Так, работать будем по методу price action, охота за стопами. Ну, как и в прошлом видео, опираться на американские сессии, но уже с комментариями. Так, что касается объемов. Условия у нас такие. Ставка у нас 2%. 2% от 10 тысяч это $200. То есть при стопе, к примеру, в 50 пунктов мне нужно выбирать объем где-то 0,4. 0,4 на 50 это $200. То есть работаем от стопа. А тейк может быть больше, но не меньше, чем 1 к 1. Передвигаем ползунок со скоростью отрисовки баров и запускаем симуляцию. Итак, мы находимся в 6-м, 2006 год, я уже хотел 16. Ну ладно, пусть будет 6. Я его, кстати, еще не проходил в тестере. Да и, в принципе, даже если вы какие-то года проходили, то запомнить их на мелких таймфреймах, в принципе, невозможно. Так, идет какой-то тренд в рамках нашего метода тренд. Конечно, это не наш френд, но мы ищем какие-то импульсы, опираемся на площадки и работаем по ним, опираясь на инициативу американских сессий, которые я определяю по закрытию дней, то есть между разделителями это день. И меня интересует вторая половина дня, которая показывает, как отторговали американцы в паре евро-доллар. Так, хорошая была площадочка, сняли ее, пока пропускаюсь. Инициатива очень качественная. Эта инициатива приведет, скорее всего, к пробою вот этого экстремума. Но я бы зашел сюда, если бы рынок откатил от этой инициативы хотя бы наполовину. Сейчас посмотрим. Ну вот смотрите, вот есть импульс. При риске 70 у нас тейк сюда будет 70. В принципе, 1 к 1. 70 на $200 это 0,3 объем. Покупаем столб за инициативу, тейк за площадку. Но это не площадка, такой яркий экстремум в сторону инициативы. Видите, получше были условия захода. Так, хорошая инициатива дальше идет. Но по большому счету импульс пробит, но мы держим дальше. Смотрите, если бы от этого импульса можно, я бы купил на половине от него, то есть вот на 50 фибу здесь, то тейк бы уже сработал. Это к вопросу о выборе захода с отката. Но я держу до вот этого экстремума. Смотрим, как это работает или нет. Да, думаю, сейчас его вынесут. Очень долго в позиции мы находимся. Взято, дали шортовую инициативу. Да, это будет уже у нас топик, скорее всего. Угу. Ну вот смотрите, у нас ушло $200, вот 2%. Американцы в конце дня также слегка продали, пробив вот этот день. У нас есть инициатива, откат, американский хвост и внизу неплохая цель. Давайте посчитаем, сколько до нее. Отсюда сюда у нас 56, стоп 30. А 200-пунктовый стоп по 30 это 0,7 объем. 0,7. Все. Стоп здесь. Стоп здесь. Работаем. Так, нас выбивает. Рынок идет на площадку верхнего порядка. Да, сейчас сниму. Хорошее бычье поглощение, это к пробою вот этого экстрема, но здесь невыгодно заходить, потому что тейк короче, чем стоп-лосс. Если дадут откат, то купим. Оп, отличный откат, отличный. Давайте смотреть. Итак, при стопе за 30 пунктов это опять 0,7 объем, тейк у нас 50, нормально. 0,7 бай, вот стоп вот сюда поставим, тейк чуть запасиком поставим, 315. Цепс. Так, третий стопик у нас. И вот здесь, смотрите, площадка остается. Кто пробивал? Пробивали. 14, 13, Европа, да, пробивала 14. Посмотрим, как Америка закроется. Америка не купила шортовый день. Но можно попробовать, в принципе, можно за хвост, опять же, 30 оставляем 0,7, но потенциал, конечно, возрастает у нас на верхнюю площадку значительно. Угу. Хорошая инициатива европейская. Откат. Можно даже добавиться. Взял вот этот импульс 50. 3. 2. Попробуем вот так. Чуть-чуть еще докинуть. Пока это не разгон, так доливки в сторону импульса. Поглощение. Дневка закрывается поглощением. Вот смотрите, интересная ситуация. То есть, если бы даже я здесь не покупал, и здесь после импульса, то после этого поглощения у нас есть откат неплохой в сторону американских движений, до которых очень неплохой потенциал до верхней площадки. То есть опоздать здесь в этой стратегии, ну, можно не бояться. Так, очень короткие у нас видео. День закрывается пин-баром. Подкидываем еще тот же объем, на место ставим. Так, все тот же. Идет охота за стопами, вот этой верхней площадке. Так, вот и мы ждали новость. 29 число. Наверное, какие-то были фонки или еще что-то. Хорошая инициатива, это однозначно будет пробой. Но если с нее дадут откат, это будет лучший вариант для захода на добавочку. Все, тейк у нас 10700. Было сколько у нас? 3 убыточные входа. Это было, скорее всего, на минус 600. В итоге мы все убили очень-очень аккуратно. Но это еще не система разгона, потому что это была просто охота за площадкой. То есть money management я ничего не делал. Ставка 2% как была, так она и осталась. Так, смотрим дальше. То есть вот этот профит сейчас $800 я воспринимаю как плюс 200. То есть следующую ставку я буду делать на 400, то есть на удвоение. То есть столб был 400 на следующей торговой идее. Интересно, 2 пин-бара. Интересно, здесь был пробой или нет. Нет, двойная вершина. Надо приносить ее, скорее всего. Да, видите, аккуратный удар и сразу поход за нижние, вот эти минимумы на Европе. Снесут. Снесли, видите. То есть не торговочка, побрили верхних, побрили нижних. Стоим. Такой пин-бар захватчик. Американцы подхватили это дело. Тут вблизи есть интересный экстремум, вот этот. Это похоже на структуру ABC. Вот это все большая. То есть большая. Вот это импульс. Откат 60. Если откатят в 50 вот здесь, то можно купить вот в этой большой ABC-шке. Посмотрим. Да, дали только 61, и пошли на хая. Ну, на 61 не очень выгодно заходить, потому что стоп большой получается. Но здесь была прям покупка такая мощная. Покупочка. Во сколько это было здесь? Давайте глянем. 14.45. 14.30. Это у нас лето. Странное время. На Европу похоже. Просто к тому, что да, можно было вот здесь купить. Сейчас покажу. И просто на следующий день при стопе за Америку в 40 тейк был 70. И вот этот импульс забрать. Пропустили. Хорошая инициатива, это уже к пробою вот этого минимума. Сейчас линию поставлю. Хорошая инициатива, если дадут откат, мы продадим. Так, ну хотя бы ложный пробой был от этой площадки, если бы, да. Надо считать. Давайте посмотрим. А текущие цены со стопом за этот день. Это 60, тейк 47. Видите, нет рентабельности. Надо выше. Оп. Тоже интересно. 54 на 60, да, оно. Значит, что у нас? Стоп у нас 54, ну пусть 50 на 40, значит, сколько у нас? 200 плюс 200, то есть у нас вторая стадия разгона. И, в принципе, 0,9 можно. 9, 9, даже 8, 8, да. То есть 5,8, 40, 400 долларов. Sell. Стоп сюда поставлю. Так, сюда. Вот, вот эта история меня интересует. Вот это я беру за инициативу. Вот, смотреть. Американцы лучшую цену дают. Есть. Вот у нас уже 12%. Можно разгонять не в ставку, можно разгонять не в три этапа, как я показывал на этом видео. То есть здесь у меня первое колено, второе, третье. И после третьего мы возвращаемся на первое. Можно делать более консервативно и брать два колена и возвращаться опять на первое. Давайте так и сделаем для разнообразия. То есть у меня была ставка 2%, в случае выигрыша я ставлю 4%, и в случае выигрыша этих 4 я возвращаюсь опять на 2. И все. То есть если я плюсую, я увеличиваю объем. Если я минусую, я остаюсь на своей ставке. Ну, многие говорят, это фиксированный процент и так далее. Давайте продолжим. Посмотрим за новыми ситуациями. Шестой год я действительно его не гонял, даже ни разу. Но потихонечку плюсуют. Но вначале были минуса, но, как видите, они фиксированным объемом. Потому что схема мани-менеджмента не позволяет увеличивать объем при убыточных сериях. Так, что интересно, это у нас вот здесь осталась двойная вершина между вот этим днем и вот этим. Вот она на дневках. Сейчас еврик идет на обновление вот этого инициативного бара, но можно было, конечно, с него зайти от вот этой инициативы, но она была в большей степени европейская, не американская, и мне таки не очень нравится. Но вот этого вынесут только в путь. Давайте посмотрим, тут какое время у нас, 19 уже, да? Так, давайте посмотрим котировку по вот этому инициативному бару. 26 544 поставим. Ну, тут немного совсем осталось. Если за Америку застопиться вот здесь, 35 на 43. Сейчас лучше соотношение, но Америка откупает. Азиаты заберут, скорее всего. Да, азиаты забрали. Красавцы. Вот он, пробойчик был. Ну так, для общего развития, для вас. Посмотрим что-нибудь интересненькое. Так. Очень-очень мощные истории, но я в них не участвую. Вот. Метим на обновление года или месяца. Такие движения не для меня. Ну, это и здорово на самом деле. Если вы видите, ну, человек так устроен, зрение у него так устроено, что если он видит сильное движение, обязательно хочет в них залезть. Вот. Но мой торговый метод это не предполагает. То есть, чем сильнее тренд, тем меньше я буду в рынке. Американцы будут дожимать, скорее всего, вот этот лоу. Я бы так и сделал на их месте. И вот он уже пробитый. Да, да, маленький перелом. Но это не повод покупать. Еще один. Ух, какая мощная инициатива. 19 число, середина месяца, скорее всего, это инфляция. Очень здорово. Заметьте, видите, к новости натягивали рынок вниз. Мощная инфляция. Посмотрим, дадут ли откат с ней или нет. Предметом охоты может служить вершина вот этого инициативного бара, который мы сейчас вот практически уже будем обновлять. Да, пробили я. Поэтому пока без охоты. Такая мощная трендовая фаза. Тут пока нам невыгодно лезть, что непонятно, куда риски ставить. Ждем, когда рынок консолидируется. Азиатская такая инициатива. Европейцы подхватывают и будут, скорее всего, бить минимум вот этого инициативного дня. Вот этого беленького. Да, пробили его. Я натянул фибу на вот эту, на эту всю инициативу, потому что она была новостная. Посмотрим, до куда откатит, если откатит. Американцы пока не покупали здесь вообще. Да, видите, продолжают шортить. И вот он тест у нас, полтинничка. Не очень люблю такие идеи, но давайте попробуем, чего нет. Тут, понимаете, с одной стороны вот это шортовое, у нас откат и может пойти третья волна, а с другой стороны вот эту можно взять за лонговую и захватить вот 27. Давайте попробуем, у нас давно не было лосей. Идея какая? Идея купить здесь, застопиться 110, тейк 130. Примерно 1 к 1. Ставка $200, это 0,2 объем. Даже тут покороче поставлю. Ну, такой вход больше такой тренировочный, чтобы показать вам, как нужно правильно считать объемы, если вы торгуете фиксированной частью депозита, что очень мало кто делает на самом деле. Американцы не купили, и это не очень хорошо для наших лонгов. Но они купили на следующий день. У нас тейк. Ну, может, повезло, конечно, но однако 15% у нас уже есть. Что интересно, что в этом тестере можно посмотреть статистику своей работы, просадочки там, и так далее. Сохранить. Тут 4. Тейк 0,7, сохранить. Вот. И посмотреть, что у нас тут получилось. Так, вот такой у нас график. Просадка у нас была 9. Заработали мы. Сколько? 15. Ну, немного, вот, но мы еще не закончили. Я просто показываю, что такое можно делать. Смотрите, то есть сейчас мы заработали $200, и мы можем включить второе колено и уже поставить на следующую сделку не 200, а 400. В рамках двухколенного такого money management по разгону ставки. Все это у нас длится второй месяц. Вы можете ставить ставку там 5%, 1%, вот, в зависимости от того, как вы договариваетесь со своими инвесторами. Продажи мощные, пин-бар, рынок неопределенности, то есть и бычьи инициативы, и шортовые на следующий день. Оп, какая хорошая инициатива. Когда она прошла? 14:30. Ну, это, скорее всего, 15:30. Америка в то время открывалась. Здорово, здорово. Посмотрим, будет ли откат. Дайте откат. Я бы азиата, дайте откатик. Пробой будет знатный, но с таким стопом не рентабельно заходить. Я пытаюсь поймать момент вот этого пробоя. Надеюсь, что он будет ложный, когда будет скидывать с этой американской коррекции, тогда здесь будет рентабельно закупить. Нет, пробили без нас. Да, вставляем эту сделочку, идею вернее, потому что площадку уже сняли. Подождем качественную ситуацию. Да, интересно, американцы придумали. Здесь толком не было движений, но откат от вот этой вот двухдневной инициативы, правда с пробоем, но полтинчик кольнули они здесь, но не было цели нормальной, просто новость, тест и космос. Ну чё, не спеши. Тоже заявочка на пробой экстремального месяца. Я так понимаю, 165 осталось. Так. Ну давайте посмотрим, если здесь купить со стопом за Америку 70, тейк у нас практически 70 по 200 это 0,3, по 400 так, по 200 36 что ли, да. Ну, не будем грубить, поставим 0,5. 0,5. Бай. Стоп. За дневку. Тейк за экстремум. Вот здесь видно, видите, стоп, тейки. Ну, не 400, чуть меньше, но я объем взял 0,5. Давайте посмотрим, будут ли добивать хаи с опорой на американскую инициативу. Даже две было, раз импульс, два, то есть американцы прям жестко покупают, и сейчас нас отстопят на Азии, потому что здесь они не купили. По зонам американцы докупают. Хорошая откупка. Тут местная площадка, а тут ключевой месячный уровень. Должны снять. Оп. Его сняли, да? То есть у нас сработало второе колено, и у нас уже что-то 18% отработало. Ну, примерно вот так. Надеюсь, с голосом вам понятнее. 42 минуты мы записывались. Долго, но эффективно. Всем спасибо. Контролируйте риски. До встречи на следующих видеороликах. Всем пока.